приветствую всех в Центре современного искусства «Аурум». Февраль месяц 2019 года. Пишем маленькие работки для наших любимых мужчин, будь то мужья, будь то братья, будь то дедушки, папы, конечно, сыночки, внучата любимые. И вот для них замышляем себе работку, которую бы мы могли подарить им в конце зимы. В итоге все-таки мы знаем, что мужчины наши любимые, с которыми мы создали семью, они наша опора, они наша защита. И они, как ни странно, наша нежность. Они очень нежные существа. Поэтому сегодня мы для них предоставим такую работку, которая будет основана на самом таком главном, что только для человека важно, это хлеб.